Здравствуйте, с вами Олег, и это канал Best Video Games. И сегодня мы поиграем в такую игрушку, как Binary Domain. Ну, разработчик игры Devil's Details, издатель Sega, очень известная, конечно, издательская компания. Очень много у них игр, я думаю, многие играли. И многие будут и дальше играть. Ну, что я могу сказать об этой игре? Это командный шутер, создан под руководством Тошихиро Нагоши, один из авторов серии Якудзы. Я думаю, что многие играли Якудзу. Я вот, например, играл на PlayStation 2. Там две части, я точно помню, что выходила. Вторая еще больше, но на двух дисках шла. Только жалко, там, по-моему, не было перевода во второй. Первая была с переводом. Короче, офигенные драки, офигенный сюжет, анимация, графика. Все там классное, короче, одним словом. Я думаю, здесь Тошихиро не напортачил в этой игре, я так надеюсь. В игре изображен город Токио 2080 года. Но это неудивительно, если у нас япошка, один из, скажем так, тут участвовал в создании этой игры, значит, соответственно, и Токио тут будет. На улицах мегаполиса сошлись в поединке люди и роботы. Ну, это фантастическая, известная борьба всегда, в принципе. Для стабилизации ситуации высылает международный отряд миротворцев. Нам придется тщательно планировать свои действия, так как мы можем отдавать приказы своему напарнику. У нас в распоряжении обширный арсенал уникального оружия, которое можно модифицировать, также можно улучшать свои умения. Ну, это все понятно. Вот насчет управления сокомандника, вот меня это очень заинтересовало. Надо будет, кстати, глянуть. Кстати, я еще слышал, что здесь неплохой искусственный интеллект, не знаю, правда это или нет, мы узнаем сейчас. Компания, так, что у нас тут на выбор есть? Продолжить? Продолжить нечего. Я еще не играл в эту игру, говорю сразу вам. Мы будем вместе в нее играть. Что тут у нас есть? Прогулка, режим для игроков, которые не привыкли к управлению третьего лица. По умолчанию будет включен режим помощи на цель наведения на врагов. Если мы хотим ее, в принципе, быстро пройти, я думаю, можно брать прогулку. Кто захочет хардкора, пожалуйста, выживший, вот это просто жопа, наверное. Для игроков, знакомых с управлением в шутерах, это стандартная сложность игры. Или взять стандартную сложность. Да, давайте стандартную сложность игры. New save data. Че там я? Я удалить? Ага. Давайте, тут автосохранение, кстати, в этой игре используется. Вы можете вести слепой огонь. Угу. Так, посмотрим заставку с вами. Orders from the International Robotics Technology Association Executive Office. 42 hours ago, the IRTA Council approved Rust Crew deployment to enter Japan covertly and investigate reports of Amida Corporation's development of human-like robots. Your orders are to enter the Tokyo Bay seawall and infiltrate the lower city slums, rendezvous with the other national squads, and head for Amida. This is a covert operation without the awareness or consent of the Japanese government. You may engage local forces in combat, but IRTA will disavow any involvement. Good luck, and Godspeed. Ну, заставочка такая, нормальная, симпатичная. Детализация есть. О, шуточки прикольные. Так, это мой напарник. Можно ему отдавать приказ будет, да? Но сейчас надо еще приловчиться к этому всему. Мне вот уже интересно, как бы, поиграть в эту игрушку. Так. Так, вы можете общаться по микрофону во время игры. Ой, не надо, с товарищем по команде. Ну, это понятно, это онлайн вариант. Удерживайте, так, нажатые клавиши, чтобы посмотреть несколько ответов различных ситуаций. Чтобы увидеть список слов, так, распознаваемых в игре, посмотрите список слов, разделить голосование на сроки в опциях. Неинтересно.
Нет микрофона, это типа я. Если микрофон не подключен, значок в правом верхнем углу это покажет. Также он показывает статус вашего микрофона при старте игры, когда микрофон включен или отключен. Так, если так мы подключим, то есть значок голоса отключен, игра не примет голосовое управление, игра воспринимает голос только при значке голос включен. Ага, голосовая связь выключена. Так, во время игры вы будете получать вопросы от членов команды, оцените ситуацию и отвечайте. Если вам нужны примеры ответов, нажмите, удержите клавишу. Что это такое, чтобы отобразить их? Какую клавишу? Так, голосовые команды. Так, игра может подобрать фоновый шум и может заставить реагировать членов команды на это. Если это часто происходит, пожалуйста, настройте шумы про параметры звука. Ой, давайте без этих. Вы можете играть без голосового ввода. Для этого выключите голосовой ввод и настройки игры, настройки вызовите и держите для показания достойного ответа и нажмите желаемую кнопку. Ага. Это... Так, голосовой ввод. You can skip this if you don't need it. So you want to go over your gear and stuff or not? Голосовая команда. Как мне тут выбирать вариант? Окей, это как? А хрен знает как. И как мне окей? Don't be shy. How about we go over this stuff? Alright, first shooting. Dan. You see that sign over there? Вижу. Shoot that sign. You'll have a better chance of hitting your target if you get in a firing posture first. Good shooting, Dan. Someone's been practicing, huh? Don't forget to reload when you get low on ammo. Ага, перезарядитесь. Понял. Так, а это что такое? Выбранное оружие и боеприпасы показываются в виде иконки в правом верхнем углу экрана. Не забудьте перезарядиться, прежде чем закончатся патроны. Ближний бой. Понятно. Выберите оружие. Ага. Понял. И чё там? Ага. Приблизим. Nice. Sure glad you're on our side. Alright, that about does it. Okay, my man. Let's get on with the mission. Get the lead out. Ага, пробел это значит. Ага, все. Перелезть. F поднять здесь, нихера себе. Надо, кстати, это все реагировать надо. Но графика, я вам скажу, очень тут симпатичная. Угу, значит. Вот как тут выбирать, я вот не знаю. Непременно. Вот чё, и чё мне выбрать? Хрен знает, как это. Ещё не научился. Бойкот, что ли? Да, мне надо научиться ещё говорить. Подождите, блин. Так, ну задание, видите, у нас слева сверху, справа сверху, это понятно, оружие, голосовая связь включена, нахрен она мне нужна. Голосовая связь. Всралась 200 лет она мне здесь. И чё там? Current position 35 degrees 6356 seconds by 139 degrees 7724 seconds. Ah, thanks, Major. Now, how about in English? You're nearing the target infiltration point, smartass. It's less than a click ahead of you. Yeah, we're approaching now. Shouldn't be a problem. Remember, once you're inside the seawall, maintain radio silence. We'll cut this link once you're through.
Any famous last words? Yeah, tell your mama I love her. I heard that, Botang. Base out. Так, понятненько. Знаете, что я хочу? Я хочу посмотреть, что у нас тут есть. Блин, тут все так сделали, что вот мышку не видно, например. И тут и... или переключать вот так мышкой дергать не сверх без самой вот указателя. Чуть не... неудобно. Целин, так, это голосовой вот. Нахрен не всрался он мне. Так. Настройки распознания голоса, а чё они? Ага. Так. Ну чё, вроде так. Вот, голосовой вот отключен. Все, нахер не... мне еще 200 лет надо сейчас тут, чтобы оно мне мигало, и думали, что я вот сейчас говорю. Это говорю с этим лысым хреном. Так, сейчас чё и нападут на нас. Ух ты, бля, шустрый чувак. То есть чувак, робот. Мне напоминает Gears of War игру, блядь. Тоже там вот ходили толпой и стреляли вот так с укрытий. Ага, роботек там уже прицеливается. Ого! А я буду вообще стрелять здесь в этой игре? Или тут я буду смотреть на эту войну? О, может я? О, наконец-то. Тихо-тихо. Ой, тихо. Чувак. Тихо-тихо-тихо. Есть. Так, перезарядим. Неплохо, да, я такой. В оружии есть, по-моему, чуть-чуть отдачи, чувствуется. Да, есть отдача, потому что оружие... Я такой пошел себе. Ух ты. Ага, вот оно. Что-то я подобрал. Два раза пробел, кстати, он делает кувырок. Ух ты, бля. Тут можно бошки разносить. Так, какой-то... Пошел нахер. Штурмовая винтовка игрока может создавать энергию, используемую в виде мощной атаки, называемой шоковый выброс. И чё там? И как я использую энергию, можно их накопить, собирая базовые ячейки или найти базовые... Ага. Ну то, что я собирал сейчас. Так, базовые ячейки могут появиться, когда враги побеждены, зарядные средства разрушены на всех уровнях. Шоковый выброс — чрезвычайно мощная атака, которую не уничтожает врага и предоставит надлежащий так. И нажмите удержать, отпустите или атака. Жаковый выбор может быть использован только в штурмовой винтовке Дэна. М3, ага. Вот вот для этого три этой говняной канистры.
Ага, все. Зарядил. Так, нам показывают, что если что, мы можем... Скролл не меняет оружие. Вот это вот непонятно. Что это за оружие-то у меня тут сейчас? Дробовик, что ли? А. Тик-тик-тик. У меня, кстати, мышка просто, я сейчас корректирую ее, она у меня, это, игровая, тут можно режимы скорости делать. Поэтому я сейчас как-то вот подстраиваюсь. Че, это все? Охереть. Так, по головам, ребята, бы. Ходячее несчастье. Давай, чувак, воюй там, блин. Так, это говно тут долго еще летать будет? Блин. С этой дачи еще не привык я к ней. А убежать здесь быстрее нельзя, нет? Все, чувак. Кстати, в стороны здесь, смотрите, какое-то ускорение есть, да? Так, зарядки мне не надо. Ого, это что такое? Это чё за динозавр, ёж твою? Где у него слабые места? Мне надо понять, где он тут. Чувак, я не знаю. На, вылавливай. О, я понял, его убить нельзя, блин, а я все хотел его. Да иду, иду, рывок здесь на пробел держать надо. Ууу, сапаем. Это что он там сделал? Во-во-во-во-во, я понял. Прыгаем тоже с трина этого, блин, зверского прыгуна. Чё, поплыли, что ли? О, сразу такие масочки. Это чё такое? With dead meat if they spot us. Okay, here's the plan. We move forward stealth-like, hiding in the shadow. Да, ну давай, я плыву за тобой, чувак. Не знаю, что здесь должно быть. Но я уже чуть подустал. Got surveillance spots. Dan, take cover underwater. Нырнуть. Ага, F, нырнуть. Все, пошел нахер. Давай, блядь, сапаем. Какую-то тут канализацию, а не этот. Было бы неплохо, если бы здесь был дублированный русский перевод. Так, нырнули.
Вынырнули, хорошо. Давай. Поплыли. Эти летают. А что, стрелять с воды нельзя? Да подожди, я тут нырнул, чувак. Как могу, так и плыву, блин. Что сейчас будет? Так, проплываем. Вода, конечно, не очень натуральная. Ну, игрушка не самая новая, я вам скажу. А что дальше? А, к этой барже прилепились. Ну, давай. Отдохнем. О, брызги воды нормально. Job done. Hoping to touch more chills on the flip side. Got my doubts though. Так, куда это нас понесло? Угу, это уже сохранение идет. Вот это сбоку это крутится, херня. Так, это мы типа, ну я не знаю, ли это уровень можно считать вообще. Ну, как бы под уровень на крайняк мы прошли. Костюмы, кстати, прикольные, вот эти сзади такие полосочки именно красные, световые. Симпатично смотрится. Оружие тут все сзади стоит. Ух. Охереть. Ну что, я уже, в принципе, чуть привык к управлению, вот это ускорение всякие. Готов крюк? Это что такое? Ага. И чё там, куда ты там стрельнул? А ну покажи мне. Ага, вижу, вижу. Ага, тут уже, блядь. Понял. А то я думал, куда он стрельнул сначала, там уже подсвечивается. Понятненько. Так, а чё это у меня? Ага, автоматик, да? Так, это что там мигает? Вы получили штурмовик крепкое здоровье 1 только для Дэна. Наномашины. Так, приобретение наномашины вы можете использовать и чтобы настроить умение каждого персонажа, подходящего под их статус. Ну и... Ага, видите, как тут классно делать? Улыбнись. Ха-ха, тупица, держись, хорошая работа. Так, хорошо, тут можно как-то войти в него. Так, это статус, это что такое? Ага, вот это, наверное, Дэн. Ага, вот мы что-то там взяли. Q-настройка навыка. Q-настройка навыка. Давайте, что там? Вот. А что это у нас тут есть-то? Так, штурмы крепко с Дэном повышает на 8%. Физическое улучшение 1. Так, наномашина. Повышение чипа за здоровье еще на 10%. Защита. Перезарядка, да? Здоровье, здоровье. Физическое улучшение. Крепкое здоровье. И что это значит? Выбрать навык. Но я хочу вот это. Здоровье плюс 10, отлично. А это можно? А... 8, да? Ага, это 8 будет. Все понял. Ну все, тогда так и будет. Так, да, сохранить умение пускай будет. А... Давайте-ка глянем, а что тут у нашего друга? Есть что улучшать-то?
А нихера нету сейчас для улучшения. Ну ничего. Потерпит. Issuing tactical commands is the key to busting out of here. So, you want to go over how it's done? Ну конечно. All right, let's go over. All right, time for the first command. Первая команда. Say fire now. Огонь, Эвка. Got it. Давай, вали их. Ху-ху-ху-ху! Нехер там. Future, you just gotta say fire, and it's done, baby. Okay, fun stuff now. Try yelling charge at the top of your voice. Без проблем. Вперед. Wow, never have thought of that. On it. Давай выполняй, малыш, ты как лошадь бронированная. A charge order means you wanna get up close and quick. Смотри, как он там всех. Last tactic you gotta know is regroup. Try. Ага, ко мне. Ко мне, это Е. Ага, ну будем его засылать на какие-то толпы, пускай валится там. We need to regroup when you need your team by your side. Handy when we get split up. Remember that. There are a bunch of other commands too, but you'll learn them as you go along. Полезные игровые команды можно посмотреть в разделе список команд в разделе трекалозы у меня опции товарищи. А, это все понятно. Так, все, давай-ка, я понял. Командовать. Мне этих вполне хватает. А ну не трогай моего. Понял. Че, блин? Ой, хорош. По башкам. Все, Бобик сдох. Че, малыш, учись, как надо воевать. Понял. Так, это что у нас тут? Гранаты есть? А я хочу их взять. А как взять гранаты? О, блин, а я что, не могу? Это что такое? Вы получили отчет. Из него вы можете получать обновление от мото информации данных. Ты... И что это? Не, ну с... реально, что это, блин, я не могу взять гранаты. Ну, бля, ну вы что, на приколе, ребят? Ну, подожди минутку, что тут файлы данных? Это ты что, я нашел отчет Ирата? Так, национальный орган восстановления порядка, дамба, Токийский залив. Понял. А что дальше? Второе данное оружие. Так. Ух ты, сколько тут разных еще оружий может быть. Штурмовая винтовка. Гранаты. А как гранатами пользоваться? Что-то еще непонятно, да? Так, и что тут у противника? Какое-то... Это понятно. Это летающее дерьмо. Вот это, с этим бы подраться еще, а? Угу. Куча противников тут будет. Окей, давай ломай, ломай, ты у нас как горилла бешеная, блядь. Так. Так, вижу. Улыбнись. I don't get what you're talking about anyway. Да, да. Oh, hey, check this out. An ammo transit supply terminal, huh? Во. So we can spend our credits here. Yeah, give this thing a shot. Я понял, понял. Сейчас испытаем. Тут можно припасы брать, да?
Что тут есть-то у нас? Мне напоминает уже игру это Dead Space, там тоже что похоже. Так, доступ в магазины терминал. Аптечки, боеприпасы могут быть куплены в терминальном магазине на кредиты, полученные за убитых врагов. Так, быстрая система поддержки для команды охраны. Используйте веб-деньги для покупки всего необходимого. Сколько у нас баблица? Система улучшения экипировки, используйте веб-деньги для покупки. Так, а давайте это улучшение, что там есть у нас? Так, Дэн большой, Ага, это ему можно улучшить, да. А что тут можно наулучшать? А что улучшим-то? Ага, патроны. Увеличение количества патронов в магазине, увеличит силу каждого выстрела. Усилит дальность выстрела. Так, увеличит точность выстрела, скорострельность. Гневая мощь, конечно, ребятушки. А сколько она стоит? 1000 рубасов. Урон 130. Конечно, да. Так, это есть. А что, можно еще на один уровень поднять или нет? Так, а что там у нас еще? Скорострельность. Че это? Увеличит скорость стрельбы. Нахер не насралась. Магазин это тоже не самое главное. Точность. Ну, точность можно. Точность. А интересно, еще раз можно? Ага. Ну, давайте, я же не один. Чувак, и тебе поможем. Огневая мощь. Что там мне обойдется? 1000 песо. И точность твою давай улучшим. Все. Все, хватит понемножку тут. Так, а давайте-ка сюда залезем. А что тут хорошего? Аптечка. Я не знаю, зачем аптечка? Тут я вообще индикатор жизни не видел. Ага, у меня 4 из 4 есть. Так, ну на машина. Что это? Ускоритель рефлексов. Защита от выстрелов. Надо повышать защиту. Это что-то нам повышает возможность уйти от атаки при уклоне открытия фри. Так, понял? Она повышает базовое здоровье на 10. Давайте вот это возьмем. А это что там? Рефлексы. А что стоит? Тоже 1000. Уйти от атаки, уйти от атаки. Кстати, для кого бы я тут не пострел? Только для Дэна. Только для Дэна. Большого Бо. Вот, это мы ему тоже возьмем. И это берем. Берем уже, что жадничать. Давайте. Все, бабло закончилось, ребят. Вот так я иду шопиться. Наверное, надеюсь, все еще так. А ну подожди, чувак, давай я тебе тут что-то наделаю. Статус этот всякий. Так, давай-ка тебе там что-то есть. Есть вот эта хренотень. Это будет здоровье у тебя побольше. Будешь крепкий малый. Да, конечно, давай ему туда. Пускай будет живучий. Такой конь должен быть живучий. Так, и теперь давай-ка посмотрим, что у нас там еще по навыкам. Вот я получил увеличение. Так, защиту хочу поставить. Блин, мало места, может потом будет больше. Так, вот так вот. Никто не против? Да, давайте, мне защита нужна. Так, все. Трущобы эти, сраные. Тихо, дверь закрывается уже. О. Патрончики взяли. Я думал, там все равно купил читаху патронов. И я так и знал, я знаю. Бля, стреляют в стенку, я просто херею. Всякая наглость, а? Си, даже не взорвался, а? Пошел нахер. Ты чист, ты че, блядь? Охренел, что ли? Кто там тебя щемит, а? Нахер пошел. We got the bonus situation to think about.
Че ты хочешь от меня? Так, давай, не намазывай меня здесь. Так, это что там, лифт какой-то у нас тут есть, да? А что еще тут есть, какие варианты? Больше никаких. Ну хорошо, уговорил. Тупик? Не может быть тупик, сейчас найдем. Какой тупик? Ты сейчас слепой лестницу тут не увидел. Бля, наверное, хочет, чтобы я ему тут нарычагунил. I get it. We can use it as a bridge to the other side. That's it, brother. Keep it up. Leave the enemy to me. You focus on that crane. Сейчас все будет. Вау, какой проход. Дупло такое. Все? Как от этого избавиться, блядь? Эфка. И чё? Чё ты сел там? Может его спустить как-то надо сейчас? Подожди, подожди. Сейчас постреляю. Так, а тут что у нас есть? По идее, он должен... Опускаться как-то должен, да? Shit, there's no end to this. Ага, надо было до конца его. Nice work. Let's get over to the other. Фу, блин, я же думал, что тут что-то не то мучу. Ух ты, страшно. Хоп, хоп, хоп. Такой... Че ты вечно, блин, где-то сидишь, лежишь? Ты маньяк какой. All right. No sign of more scrap heads. So no rush, brother. We got time to catch our breath. Definitely headed the right way. Be out of this place soon. And then time for the main event. You ready to party? Feels good to be working together again. Hard to believe we're both still alive after all this time. But I got a hunch we'll get through this one too. You feel me? Да все понятно. That's my boy. Let's move out. You take point, brother. Веду, веду. У меня уже какая-то даже шоковая волна тут раскачана. Так, это что за дорога? А что-то я поменял. А ну-ка давайте-ка глянем, что это за оружие такое. Хрен его знает. Это что, граната что ли? Понял. Так, давайте-ка. Да, у нее точность. Довольно неплохая точность. Резво валит. Так, это что мы? Отсюда пришли. А что наверху? Гранатосы.
Так, и там что-то мигает, тут мигает. Ну, пока это оружие сейчас не израсходуем. Что-то помощнее, ребята. Пошли нахер. Воу-воу-воу-воу. Ты скотина мелкая. Все бежит, 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 бежит. Смотри, какой стойкий калач. Ага, уровень доверия. Так не лезь под пули, блин. Где этот ходок? Нахер пошел. Все, патроны в жо. Ничего, хорошее оружие, че? Мне понравилось, только вот уже патрончиков-то нету. А, не, есть уже, я думал, что это... Что уже закончились, а то не, все нормально. Так, а тут что, опять какое-то улучшение? Что, столько бабла насобирал? Сейчас, чувак, подожди. Got a lot of eyeballs out there. What do you say? Blitz them? Так, давай-ка ты постоишь. Пока я тут с магазином этим разберусь, что тут творится-то. Что тут есть-то по улучшениям? Винточка, патроны, дальность, дальность, скорострельность. Ну, патроны давайте. Вау, на 5 патронов больше. Сильно это, конечно. Так, и тут давайте тоже патроны. Так, а что там по модификациям? Ух ты, что-то есть. Дробовик. Очень мощный дробовик. Хорошо, здесь не только за свою огневую мощь, но и сильную отдачу. Что за перезарядить? Ага, понял, это есть. Давайте. Давайте. Пофиг, берем. Ух, дробовичок. Это еще я не играл. Так, хрендель, давай. Мать моя женщина. Ого. Тихо, тихо, тихо. Чувак, ты смотри, что делается. Сейчас разберемся. Так, ну рад. На тебе гранату, блин. На еще одну. Кто взрывается так говняно?
пошел нахер. Ух ты, какая, блядь, волына. Плюха залетела, блин. О, что это можно? Да тут, чуваки, есть какая-то херовина, блядь. Вау, вот это я сейчас постреляю. Так, куда идем? Сейчас будем пулеметить. Ага, понял, понял. Так. Тихо там. Так, а куда идти-то? Так, не туда, куда надо. Там, наверное, надо спускать эту хренотень. Оп. А, здесь идет лифт еще. Ну хорошо, оно. Ну кто выйдет сейчас, всем жопа. 250 патронов. Готовы к уничтожению. Ага, больше я не могу. Да подожди ты там орать. And it's not looking friendly. Whoa, whoa, whoa. Pretty slow. Let's make a stand and keep them suckers out. Ага, понял. Ну, двери тут закрылись. Фу, блин, а еле поворачиваю просто с этим пулеметом. Все, сзади нам ничего не грозит. Хуёшкин кот. Ой, бля, сейчас тут чую, что-то вылезет. А вот и он. А что ты рот открыл? Ты уже его видел, блин. Такой, как ниндзя. Ёж твою за ногу. А чё ей навредит-то? Так, что делать? Ага, использую кран, чтобы уничтожить легиона. Сейчас найдем. Залезть не может на эту срань. Давай лезем, 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 пока там что-то. На, лови. А, еще разок. Лезь еще раз, подожди-ка. На, блин. Прибьем его сейчас. Так в землю вобьем. Давай, блядь. И долго его там. Куда пошел? Ага, он должен, наверное, дверь открыть. Давай я его тут калашмачу. Door,
Какую дверь? Понял, понял. Все сейчас будет. Давай, держись там. Так он его и ногой бы мог придавить. Ко мне. Ты ж... Just what we needed. Damn, let's use that big old steel girder to deliver the knockout blow. Ага, понял. I'll be the bait. You work the control panel. Hurry! Да иду, иду, блин, подожди, что это, виртуоз тебе. I'll be the bait. You work the control panel. Hurry! Да вижу ее, вижу. Все, все. Ёптель! Нихера себе ему всыпали. Фу! Победили. Чё за кровище? Роботы начали гасить? Опа, роботяки. Кровью истекает. Вот такая вот чухня. Externally indistinguishable from humans. When in God's name did robotics get this advanced? The tech to build a robot skinned in a living layer of cells has been around for some time now. It's just been illegal. Well, it's much more than that, gentlemen. The AI is particularly fascinating. Far beyond our products here at Bergen. We can barely even analyze its neural structure. Well now, Mr. Bergen, this is ridiculous. You are supposed to have the most advanced R&D in the world. And now you're telling us that someone is just a teensy bit ahead of you. Only because we haven't been allowed to venture into that potentially lucrative area, Jeff. Perhaps if this government hadn't given in and signed the new Geneva Convention, the United States would be producing such robots already. We're a God-fearing country, Mr. Bergen, and only he may create life. Mr. President, this isn't life. Convincing as it may be, it's still a robot. We call them hollow children. If it's indistinguishable from humans, where does the machine end and life begin? This is philosophical bullshit. There are only two things that matter now. Number one, if you did not make this thing, then who did? And number two, why did it come after you? What do we know about this hollow child? It was granted a green card 30 years ago under the name Dominic Barry. 30 years? Jesus H. Christ! If not for yesterday's events, we may never have found out it existed. We're now certain there are more living among us in America. Now that's insane. Not really, General. I guess what in the hell do you think you're doing? You see, it would appear that hollow children actually believe they're human. Так чё, этот робот или они роботы? I'm no goddamn... Даже не знает, что они роботы. Ух ты, интересно. Сюжет такой интригующий. Мистер Президент,
Dr. Yoji Amada. Huh. Recognized genius in the field of AI and founder of Amada, Japan's largest robotics corporation. You don't sound too sure. So this photograph is 40 years old. Amada hasn't been seen in public since. That's crazy, Evie. 80 years old by now. The Amada Corporation is in league with Japan's new order. I read about them. Isolationists. Self-sufficiency, that's right. Yes, sir. They wield a lot of influence over the Ministry of Homeland Affairs. You really think they're behind this infiltration? Besides myself, Amada is the only man I know who's capable of this. Get me the IRTA, Geneva. Woo! There's our way out, man! Yeah. What a plan, huh? Right? Right. Звери просто. Воу, есть куда спускаться. This part of your big plan too? Whoa, what the hell is that? Base to Beetle 2. We've re-established the comp. You read. Loud and clear, Major. We're making fast. Живучая зараза. Вот это они сейчас кайфанут здесь. Бля, в эту трубу можно так вписаться четко. Между ног особенно. О, сохранение. Да подождите, я тут не успеваю маневрировать. Ах. Всё, жопа сейчас не будет, чувствую. Да что такое? Ай, ёж твою мать! Ууу, это что за срань? Ой, бля. Таблом, блядь, вписался. А прикольный вот этот спуск, я вам скажу. Блин, я, короче, своим телом выбил эту херню. Вот это они вылетели. Да ну тут ноги все бы переломали бы. Этот в кирпичике ему нормально. Стальная жопа, блин. Сына этого бессмертного, блядь. Да, ничего не сломал, то тут вы бы вообще сдохли. Так, вот и сохранение. Ну что ж. Здесь я останавливаю наше прохождение и продолжу уже в следующем видео. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи!